Владивосток, 8 сентября 2021 года. Спортивная набережная. Здесь небольшой парк развлечений, чертово колесо, там всякие карусели. Спортивная набережная. Погода сегодня облачная. То дождь, то солнце. Вот дядечка на катере катает 500 рублей. Ну вот здесь вот где-то в этом районе он катает людей. В общем, 500 рублей. Ждет пассажиров. Ну сегодня рабочий день, так что людей, наверное, у него нет, желающих. Тепло во Владивостоке. Сегодня не солнечно, так что загорающих уже людей нет. Ну, сегодня, по крайней мере, нет загорающих людей, купающихся. Мужичка насчитали 9 собак. Ну, вот такой вот человек. Он гуляет по городу вот с собаками. У него целая стая собак. Такие люди встречаются. Ресторан азербайджанской кухни здесь у нас находится.
Там вон ступеньки наверх. Это у нас там Владивостокская крепость, музей. Здесь был раньше океанариум. Вот в этом здании. Лошади всякие разные. Ну тут у нас стоянка. Люди, которые на машинах, используют любое место. Вот. Так что, конечно, это портит, так скажем, виды все эти стоящие машины. Но вот так вот. Как-то не решается у нас в городе вопрос с парковками. О, лошадь разговаривают. Thank you.
Рыбачок торопится на вечернюю рыбалку. Спортивная небольшая площадка. Кирпичное здание. Это у нас спорткомплекс «Олимпиец». Здесь щит находится. Ну, собирается делать, так скажем, реконструкцию, ремонт спортивной набережной. Вот. Пока вот восстановили пирс. Более-менее вид он, по крайней мере, здесь имеет какой-то. Дует ветер. Здесь лавочки такие широкие поставили. И вот такой вот вид. Там вдалеке парус виден. Небольшая яхточка. Здесь ветер дует. И там второй пирс.
Здесь установлен столб, на котором закреплены медали. Ну, тут связанные с марафоном, короче, медали. Какие часики здесь сделаны? А второй пирс пока перекрыт. Ну вот, в принципе, и закончилась спортивная набережная. Пятый океан. Какой-то ресторанчик.